как принято в Владивостоке, добро пожаловать на борт. Спасибо. Как долетел, как получилось все-таки перейти в адмирал, потому что летом, насколько мы знаем, тоже было предложение, но тогда не получилось. Долетел нормально, 8 часов полета, сразу с самолета на лед, поэтому сейчас нормально все чувствую. Вот, а как перешел, позвонили, сказали, есть возможность. Ну, я и пришел. Все, в принципе, все просто. Сегодня сыграешь? Да, сегодня. Получается, с корабля на бал и сразу против СКА? Да, сразу под танк. Как коллектив? Я ребят некоторых знаю, в любом случае, там, с кем-то играл когда-то, поэтому, я думаю, все будет хорошо, коллектив хороший. Со своим постоянным партнером в одном звене? Да, сегодня, да. С Александром? Да. Удачи, вечером. Все, спасибо.